А еще у нас с вами наш любимый Юрий Зе профессии анал. Значит, девушки гнутся на турнике в Китае. Китайцы, знаете, народ такой, он вообще любит, знаете, всякие вот эти аттракционы неслыханной щедрости. Ну, а я вас могу попросить только об одном. Располагайтесь поудобнее. Чай, кофе, лайк, подписка, колокол, телеграм-канал Heart Inside. Все свежие новости, ребят, рекламы нет, только оповещения о стримах и самое важное на нашем канале. Подписывайтесь, будьте в курсе и в теме всех событий. Кстати, на площадке вас стримлю каждый день, ссылка тоже будет внизу в описании. Заходите, добавляйте в избранное. Поехали, хорошего настроения. Здравствуйте, мои дорогие зрители, соревнования по лимбо в Китае. Девушки. У нас в детстве такая тема была, натягивали, понял, так веревочку, короче, типа кто ниже, там на мостик встанет, нагнется, ля. На первой футболке цвета выцветшего коммунизма сгибается лицо покорное, тоненькое, как деревянная щепочка, но зато не бревно, однако слишком вибрировало при прохождении. Ну, может, еще не разогрелось. У оранжевой одна штанина, короче, другой. Видно, трико китайские. Очень грациозно двигается. Возможно, сегодняшняя фаворитка. Девушка в белом просто проходит. Интересно, до скольки можно так согнуться? Слушай, а если рост маленький? Ходит под палкой. Тяжело. Аж сорвала спину. Массирует. Далее девушка в сером. Она заметно выше остальных участниц. Видимо, с детства интересовалась рельсоукладкой. Посмотрим, помешает ли ей рост сегодня. И девушка в черном в легкую проходит первую высоту. И с большим запасом. Там было сантиметров 15. Специалисты постепенно по чуть-чуть понижают планку. Смотрят. Насколько можно нагнуть... А проиграла это, если типа она упала, да, назад? Прижать людей. А если сиськи большие, вот это вопрос. Да, согласен. Вот если бубисы большие, то это, конечно... Это проблема в этом конкурсе. Но зато не проблема в жизни. В какой стадии народ взвоет? Прошу прощения. И по идее все приведет к тому, что люди будут ползать из-под палки. Итак, второй раунд. Хотел сказать девочкам, нашим подписчицам, напишите в комментариях, но воздержался. Воздержался не буду. Я никому не расскажу. Те же 5 девушек. Дальше пройдут уже, наверное, не все. Это будет выпуск с максимальным количеством комментариев. Розовая также немного вибрирует, но не из-за того, что она не разогрелась. Хотя, безусловно, девушка крайне холодна. А из-за своей специфической походки. Такая у нее тактика. У оранжевой же тактика более флюидная. Загиб назад дальний мастерский, но в сгибе коленей есть еще куда. Ну, не расти, а скукоживаться. Белая пока что кажется самой миниатюрной здесь. Ей это на пользу. Вот самая высокая девушка проходит с крайне малой щелью. Очень узко было. Очень скромно. Нужно ниже. У черной девушки получается ниже. Шея у нее гнется так, что она видит свои пятки. И во втором раунде никто не вылетает. Планка этого соревнования постепенно... Сколько они так держатся? Падает все ниже. Скоро лоли не смогут под ней пройти. Слева китаец порвал флаг Индонезии на две части. Возможно, так пойдут претензии, что та часть, которая красная, она же уже получается под китайским флагом. Так, третий раунд, розовая. Перекладины не задевает, но падает. Бам! Первый вылет. До свидания. Мы сегодня уже видели, что колени у нее, очевидно, тряслись. Да, это ранний бурсит, фирменная болезнь танцоров, тикток. Но оранжевая со свойственной ей грацией. Очень гибкая девушка с легкостью проходит. Я по-прежнему вижу белую как фаворитку сегодня. Ой, что-то она совсем не уверенно проходит третий раунд. Я там чуть не оглох от хруста. Ну, конечно, жира совсем нет. Даже в костях. Смазки нет, они сухие. Высокая девушка в опасной близости проходит от палки. Мой мозг, извращенный интернетом, ну и вообще, в принципе... Как-то насчет смазки тоже хотел пошутить, но заметьте, я и здесь воздержался. Казалось бы, зачем смазка, когда можно, знаешь, что сделать? Но проходит. Я надеюсь, это еще не предел ее возможностей, чтобы до конца соревнования видеть интенсивную, резкую, жестокую борьбу. Девушка в черном опять проходит с гигантским запасом сантиметров 15. Как говорится, раз плюнуть. Все ниже. Смотреть все интереснее. Косоглазая девушка машет рукой в камеру, передает нам привет. Нихао. И такие же изящные. Сиджи Потс. Самые надежные и удобные. Робот-пылесос Киборг. Робот-пылесоски что? Закрывают их. Итак, четвертый раунд. О, высота уже, да. Да как ты здесь пройдешь-то? Но этого была лишь разминка. Розовая здесь бы уже не справилась. Оранжевая, однако, грациозно.
со свойственной ей легкостью проходит. Молодой человек машет ей белым флагом, дескать, выдать миска рис. Шею потирает белая. Сгиб есть, начинается продвижение. Нет, вы смотрите, какой запас, там сантиметров 25 было. Эта девушка, видно, способна пойти очень низко ради победы. Высокая прикидывает свои шансы, сразу широко расставляет ноги, добавляет легкую улыбку и тоже с легкостью проходит в следующий этап. Есть еще... Вы кто такие-то, я не пойму? Как? Куда ты ногами вперед идешь? Что это такое? Энергия, спина стрельнула, правда? Ну и девушка в черном, мы уже привычно наблюдаем, что она как по маслу проходит препятствия. Угу. А если зайти на мой телеграм-канал, то там вы увидите, как лимбо прохожу я. Ну, в комментариях. А если зайти в наш телеграм-канал Hard Insight, можно увидеть вообще там. Там бывают, да. А что было, уже узнаешь, когда подпишешься. Тарях к этому видео. Надеюсь, я вас добавил на подписку. Итак, пятый раунд. Видно, что ситуация уже посложнее. Да это по колено ей, куда, как? Оранжевая раньше проходила с наскока, сейчас же готовится. Но качество, грация и зазор не ухудшились никак. Молодец. Дальше белая. Проблемы с шеей. Усиленно натирала ее. Голову назад так сильно не опускала, как остальные участницы. И именно голова может стать для нее проблемой. Грудью она проходит с большим запасом. Ох ты, минус один межпозвоночный диск. Осталось 22. Из-за роста она была моей фавориткой в начальных этапах. Но я вижу, не хватает гибкости. Серая... А, задело, все! Гибкости хватает. Что в шее, что в... Да иди ты нахер, да что это такое? Ты кто? Как мне перестать это развидеть? Поясница. Рост же она компенсирует раздвижением ног. Да, для оранжевой она в финале будет реальной конкуренткой, но и черная тоже. Готовится, раздумывает, но не сильно долго. Ой, нет, пролагала левая нога. Проблема с техникой. Судья показал коммунизм. Ноги в лимбо должны идти вровень. Еще одна дисквалификация. У нас остается трое участниц претенденток на звание чемпиона Олимбо-экспресс. Шестая высота. Уже схожа с высотой потолков в некоторых шанхайских отелях. Такие низкие потолки еще были модные во Вьетнаме в конце 60-х. Итак, приступает к прохождению. Аккуратно, у нее всего... Где были? Осуждаю, блядь. Good morning, bitch! Белый флаг от судьи. Он готов этой девушке сдаться. Ну, его можно понять. Белая с разбега думала прокатиться на коленях, как футболист. Ой, хруст на площадке стоит, как когда открываешь пакетик с чипсами. Но держится еще... Голова на бок! Нарушение правил. Остается оранжевая против серой. И если серая не проходит, то оранжевая по праву становится лимботянкой. Действует аккуратно. Рядом с ней аж палки вибрируют. Нормально, изгибается. Держит, держит. Касается пола. Жаль, что мы не увидели еще одного раунда. Чемпионкой этого конкурса Лимбо 2018 становится девушка оранжевая. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что, конечно, все участницы сегодня были прекрасны. Но, как мы знаем, китайцы в целом не сильно гибкие. Возможно, по идеологическим причинам. А вот японцы были вынуждены гибкость проявлять. 35 сантиметров высота. Растягиваем хронометраж нещадно, как связки этой японки. Мастерски балансирует центром тяжести. Мировой рекорд по лимбо был поставлен в 91 году. Высота планки 15 сантиметров. Кстати, женский рекорд 22 сантиметра. Ставят эксперименты. Это позволит им переоборудовать маршрут. Рутки в двухэтажные. И вот моя любимая надменная лимбо. В шокальном качестве. Надеюсь, вам понравилось смотреть этот конкурс. Ты кто? Ты кто такой вообще, в принципе? Переходите в Телеграм, будьте здоровы, добры, любимы и с денежными средствами. Спасибо за внимание. До свидания. Да сколько же у него там перекладин этих? Этот гений просто, чел гений. Бля, хорош.